Итак, всем здорово, народ, приветствую всех на канале Game Dreams. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Valhalla, Гнев друидов. Погнали. Идите и убейте крапивника. Так. Так. Смотрите заброшенный дом на берегу у порт Аули, устье реки Бале-Эсадара, к северу от Канахта. Думаю, что где-то здесь. Тут просто больше вроде бы и нету заброшенных домов. Вот это вот что? Записка найдена в порт Ауле. Мне стало известно, что крапивник встречается с главой детей Дану на островке посреди Лохгара. Позапрошлой ночью я спрятался в тени священного камня, надеясь их увидеть. Под покровом темноты туда сперва прибыл один человек, затем второй – крапивник. Потом, увы, они услышали меня, и мне пришлось бежать. Не знаю, кто был первый, но думаю, что я в опасности. Так-с. Смотрите священный камень на небольшом острове посреди Лохгара, то близ Радкрогана. А где же этот Лохгар, блин? Ну-ка еще раз. Ну, возможно, здесь или чё. Давайте пойдем глянем, что ли. Покажи мне все. Да.
Тут какое-то событие. Ну, давайте сгоняем. Там буду с кем-то драться, скорее всего, сейчас. Просоленный воин, ты долго здесь прожил? Я взываю к хозяину морей так давно, что почти охрип. Но он лишь посылает мне рыбу и другую пищу. И вот пришел ты. На что ты так сильно жалуешься Ньорду? И при чем здесь я? Я разгневал богов и был выброшен в море за свою гордыню. Торгест решил, что я погиб, и уплыл от меня прочь. Торгест, старый король Дублина? Отправь меня в объятия Ньорда. Я не в силах сам броситься в волны. Даруешь ли ты мне достойную смерть? Этой ночью ты ляжешь на дно. Бой будет честным. Я должен заслужить смерть. Ньорд, это смерть для тебя. Твоя. Посмотрим. Теперь злее. Я лучший воин Торгеста. Обещал, что я обрету у моря покой. Знай, из дружинников Торгеста уцелел не только я.
вроде бы тут больше ничего нету, да? Ладно, это все, мне кажется, не то. Ред Кроган, где тут Ред Кроган? Ладно, пойдем сюда, что это за область? Почему недоступен-то? Thank you.
Так, еще раз смотрим. Блин, вот оно все, где находится. Вот она. Записка найдена у большого камня. Крапивник, повелеваю. Во время празднества в Радкрогане
Воспользуйся доверием к тебе, как к барду, и распространяй слухи о том, чего вовсе не случалось. Выступать с речью ни к чему. Оставайся в тени, побеседуй с гуляками, уговори их забыть об обетах, что они принесли Ирландии, и устроить переполох. Да посильнее. Ты займись простолюдинами, а я проделаю то же с королями и священниками. Мало-помалу мы сломим этих глупцов. Дуб. Так. Ниаф, бард, лорде. Леди Ниаф Крапивник. В детстве Ниаф была молчалива, и многие считали ее немой. На самом деле она просто слушала. Когда ее голос наконец раскрылся, то оказался необычайно сладкозвучным и привлекательным. Ее сестра утверждала даже, что Ниаф могла говорить с животными. Как бы то ни было, овладев речью, Крапивник стала демонстрировать в разговорах почти волшебную убедительность. Она избрала ремесло барда, а дети Дану приняли ее к себе. Теперь она привлекает в их ряды новых последователей. Так. Она распространяет лживые слухи на празднестве в Рактрогане, Канахте. Рактроган. Где этот Рактроган? Скорее всего, вот это он. Сейчас момент. Тут быстро перемещение работает, нет? А хрен-то там. Накину-ка я капюшон. Я все жду, когда же у нас закончится работа? А, все, вспомнил, забыл. Жду в любое время, друг. Это нам не надо. Так, еще раз, где он там распространяет конкретно? На празднестве, понятно. А где празднество? Стань моими глазами, Сюнин. Да тут повсюду. Умрешь быстро! Да ё-моё! Победим!
Вот он, скорее всего. Или нет? Нужно быть осторожнее. А, это пьяница, наверное, просто. Вон он. Погоди-ка, это он или она? Ну-ка. Это оно. По-моему. Он. Победа одержана, отлично. Ага. Отравление устроил некий друид из Туама по имени Бич. Расскажу Дейрдре с Киарой и отдам им янтарь. Такс. Бич какой-то. А ну-ка, что это за задание? Дринги Торгеста. Дружина Торгеста, прославленного ирландского викинга, состояла из суровых, закаленных в битвах воинов. Лишь двое из них еще живы и ищут путь в Вальгалу. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Так. Понятно. Что ничего не понятно. Это алтарь какой-то. Сюда иди, оп, бежал. Ну, откроем его, чтобы хоть на карте он был. Это что такое? Понятненько. Thank you.
Ладно, будем по пути, что ли, их искать. Я боялась, что тебя уже нет. Я-то есть, а вот крапивник смолк. Пусть кровь крапивника алым молоком прольется в землю и напитает лес. Дай мне его, янтарь. В этом янтаре соки древнего древа, и кровь их пробудила. Гляди,
Он сделался ярко-красным. Исцеление будет мучительным. Солдаты станут извиваться и молить о смерти. Но скоро поправится. Спасибо, духи земли. Еще я нашел это. Записку? Отравить войско и обвинить Баррида пытался кто-то из друидов по прозвищу Бич. Дом, где скрывается Бич, находится в Туаме. Может быть, там мы разузнаем, кто сделал яд. Надежда есть, хоть и небольшая. Нам надо отправляться. Погоди, лекарство готово. Нужно доставить его как можно скорее. Я узнаю, что это за Бич. А ты доставь лекарство в Кашелор. 3-4 капли каждому. Не больше. Спасибо и прощай. Эйвор, встретимся под деревом на выезде из Туама на юг. Бич будет вторым из детей Дану, что ты встретишь. Есть и другие. Принесешь мне их янтарь, я сварю зелье, что наделит тебя силой пылающего солнца. Да, долить этого, а потом обдумаю твое предложение. И еще кое-что. Прошу тебя, береги Киару. На нее надвигается тьма. Отыщите Бича. Так. Из разговора с Киарой. Киара согласилась встретиться с Эйвором после осмотра Туама. Осмотрите Туам, деревню к западу от Каннахта. Так, тут событий никаких не наблюдается, зато наблюдается точка синхронизации. Thank you.
Какие есть события? Столько злобы. Этот край кто-то проклял. Стопудово надо на какой-нибудь столбов залезть. Пока ничего не видно, пойду поближе посмотрю. Осмотрись вокруг. Лодок нету, как всегда.
Не стоит привлекать внимание. Это Туор. Где-то здесь должен быть дом, в котором прячется Бич. Да, ё-моё. Смотри, Сюнин. Если меня узнают, будет плохо. Записка от жителя деревни. Многоуважаемый господин, я и прежде много раз тебе помогал, а теперь услышал нечто, что тоже может быть тебе полезно. Некоторые жители деревни, что молятся у старого идола, слышали странные крики, исходящие невесть откуда. Верно, из пещер, которые есть под деревней, тех, куда ты велел мне отвозить торф. Подумал я, что тебе стоит о том узнать, пока люди не стали вынюхивать, что и как. Серебра не прошу, хоть оно мне и потребно. Эрк, Золотарь. Под деревней? Звучит как-то странно. Такс. Вот деревня. Что ты видишь?
Ну-ка. Что видишь, Сюнин? Да, все правильно здесь. А, куда это ведет? Чуть было не было. Ух ты. Мне точно не рады. Как хорошо. Что все это означает? Ирландский волкодав. Ну, давай. Не знаю, на четверку. За беда с тобой случилась. Слава богу, ты не из этих. Из каких? Дан, никогда в жизни не видел таких друидов. Схватили нас с друзьями. Мы заблудились в тумане и... Мои друзья... Держи себя в руках. Выше друид. Она зовет себя бичом. Она приносила их в жертву по частям. Руку, потом ногу. Уноси-ка отсюда ноги, пока цел. Но сперва скажи, где сейчас бич? Утащила беднягу Финтона на какой-то обряд. Подумать боюсь, что с ним. Спасайся сам. С радостью. Хватит с меня. Даруй ему удачу, Тор. Записка друида. Друиды Дану. Приближается время обряда. Нужно приложить все усилия, чтобы он завершился успешно. У нас приготовлено множество жертв, как хочет бич, наш высший друид. Жертву принесли неумело. Так знамени не получить. Записка от бича. Я отправляюсь готовиться к обряду. Пука со мной, как обычно. Покройте округу туманом. Пука подчерпнет из него силу, необходимую для перевоплощения. Бич. Пука. А это еще что? Жертвоприношение. И что-то насчет пуки. Немного, но Киара, быть может, поймет, что все это значит. Пука, значит, да?
Освобожденный пленник сказал, что Бич высший друид и планирует совершить некий обряд Киара. Подскажет, как действовать. Обещала ждать к югу от деревни. Нужно накинуть капюшон. Я отвезла лекарства. Баррет избежал гнева Флана? О, да. И очень этому рад. Воины приходят в себя. Что тебе удалось разузнать? Бич хочет провести обряд жертвоприношения. Вот как? Это может сделать лишь высший друид. Да, она высший друид. Но что это значит? Что она очень сильна. И с ней будут посвященные. И не только они. Я также узнал, что обряд должен защищать... Такое странное слово. Пука. Пука? Плохо дело. Но выбора у нас нет. Обряд, скорее всего, проведут в Карнагоне. Надо искать там. А что это за пука? Какой-то зверь? Какой-то зверь? Объясню тебе все по пути. Вперед. Ты обещал рассказать мне про пуку. Прежде то были дивные создания. Принимали вид любого зверя, но теперь они опасны. Это шутка? В Норвегии разве нет таких существ? У нас, конечно, есть Фенрир, волк богов, но он такой один. А у нас пука – обычное дело. Пуки, человеческие жертвы. Это вот твой мир. Дети Дану – исключение. Истинные язычники против них. Флан знает, что наши обычаи исчезнут без его поддержки. Он поклялся не допустить этого. Осторожно. Пуки проворны. Ищи следы лап с длинными когтями. И будь начеку. Там. Следы. Это Пука. За ним. Да это же волк. Просто Пука сейчас решил принять облик волка.
От тумана разум мутится. Мой тоже. Уходи. Говорящий волк? Твою мать. Мне кажется, это вообще олень. Во имя богов, что это был за зверь? Тихо. Обряд начался. Иди за мной. Только увидят. Она не доживет до восхода солнца. Шетне, друид туманов, высший друид. Шетне всегда интересовалась смертью. Она много изучала ядовитые растения и обнаружила, что их смертоносная сила увеличивается, если они окроплены жертвенной кровью. Шетне избавила детей от многих врагов и продолжает постоянно совершенствовать свои знания о ядах. Именно эти знания сделали ее одним из самых почитаемых друидов среди детей Дану. Из разговора с Киарой, узнав, что Бич высший друид и хочет провести обряд, Киара помогает Тейвору с розысками в Карнагане. Okay.
Ах ты ж. Дала нас. Проклинаю тебя всеми силами Луны. Твои проклятия бессильны. Нам так нужно было твое могущество. А теперь... Ее больше нет. Она сказала, что ты предала детей Дану. Я была одной из них. Но как же так? Мне казалось, другого пути нет. Хотя Дейрдра и была против. Ты знала их. Почему не привела меня к крапивнику? Я была лишь их орудием. Они ревностно стерегли свои тайны. Так что их имена не были мне известны. Здесь есть дивное озеро. Когда будешь готов, я покажу его тебе. И все расскажу. Это есть олень и дуб. Церемониальный серп. Вроде.
Давайте-ка вот сюда еще мотнемся быстренько. Каирн, блин, нахрен он мне нужен. Это мне не интересно. Еще в этой области. Здесь есть. Это будет бой с животным. Надо убить это отродье великанов. Thank you.
вроде все тут. Возвращаемся к нашему заданию. Как тут прекрасно. Прежде в этих водах я смывала все свои горести. Ты не против, если я... Нисколько. Когда христиане изгнали друидов из лесов, я бежала и случайно нашла это место. Я не знала, как жить, где мои друзья, где мир, что я знала. Так я пришла к детям дам. Сперва они лишь клялись хранить древние обычаи, но скоро обратились к темным обрядам. А потом и того хуже. Да, они стали убивать. Я отреклась от них и молюсь, чтобы они исчезли. Бич что-то говорила о могуществе. Сказки. Выдумки давно сгинувшего народа. Друиды теперь разобщены, у нас нет вождя. Есть король Флан. Я надеюсь на него, но я глупа. Он вовсе не питает любви к прошлому. Ему нужна новая Ирландия. Он клянется, что в ней будет место моему народу. Но грядут новые бури. И как знать, где он укроется? Ты не глупа. Мы с тобой через многое прошли. Едва не погибли. Я хочу радоваться жизни. Ты за этим меня сюда привела? Тут чудесно. Мы с тобой сможем славно отдохнуть. Я охотно разделю с тобой радость, Киара. О, чудесно. Просто чудесно.
Ну что там, нету быстрого перемещения, что ли? Нету, представляете? Сейчас что, придется карабкаться? Опа, в воздухе стою. Эйвор, я обязан тебе и Киаре исцелением моих людей. Хоть мне и не по себе от того, как это было сделано. Не все друиды враги тебе, владыка Флан. На тебя посмели напасть дети Дану. Киара рассказала мне о них. Вряд ли они опасны, если могут нападать лишь из-под тишка. Возможно, они лишь стремятся поссорить своих врагов. Или друзей своих врагов. Я жалею, что не доверял тебе. Но Даны пролили много ирландской крови. Я стал осторожен. Я знаю, что такое долг крови, король. Его жар так велик, что может ослеплять. Итак, король, если нам нужен Айлих, что ты думаешь делать? Там сильнейшая из крепостей в этих краях. Однако короли Айлиха живут не в ней, а потому эти глупцы уязвимы. И все же это долгий поход по неверной почве. Кто знает, что грозит там твоему войску? Аббат Эоган предложил нам разбить лагерь в его землях в Клохере. Оттуда мы выступим на Айлих. Только что принесли. Короли Айлиха просят мира. Они сдаются, прежде чем ты ступил на их землю? Многие позавидуют твоей славе. Скверное дело. Речи их мутны. Они много просят и мало обещают. Не будет вреда в том, чтобы их выслушать. А начнем с меча, дальше только война. Меня не знают и послушают. Поедешь вместо меня? Если ты доверишь мне это. У тебя есть свое мнение, Эйвор? Или ты просто поддержишь брата? Не мне решать, король.
Слишком многое висит на кончике острова лезвия Скульд. Твой совет положиться на судьбу? Плыть по течению, как палый лист? Моя жизнь всегда была полем битвы или интриг. У меня не было братьев, и мое доверие нелегко заслужить. Баррит МакИмор, король Дублина, я даю тебе право говорить от лица Флана Сины, верховного короля Ирландии. Я оправдаю твое доверие, мой государь. Ты позволишь мне сопровождать Баррида, король Флан? Не стану тратить время зря, Эйвор. С Барридом ты не поедешь. Для тебя найдется другое дело. Какое же? Добейся дружбы северных Уинейлов, как прежде добился в других королевствах. В голубятнике Ара посвятит тебя во все. Я заручусь их дружбой, король. Благодарю за доверие моему брату. Так, ну что ж, наверное, на этом пока что и закончим. Следующая часть прохождения, как обычно, будет очень скоро. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Дальше будет только интересней. Ставьте лайки, народ. А у меня на этом все. Всем спасибо. Всем пока.